Это американское, это что-то вроде Гугла. Когда появилось? Может быть, 3 года, 4 назад. А раньше мозги не срезали людям? Я думаю, срезали. Ну, это что-то новенькое. Ну, давай разберемся с этим новеньким. Смотри физически, кто этим руководит, где эта программа. Какая-то пластиковая хрень. Я чувствую запах пластика. Как будто пластиком мозги забивают. Пластик несет информацию, либо просто это материал, которым проще как бы. Почему не резина, чем пластик? Почему не силикон прозрачный, которым тоже любят делать? Почему не стекло? Какое свойство, смотри. Белый пластик такой, тянущийся вот он. Хорошо, почему он и где источник этого белого пластика? Я не вижу почему-то. Мне раньше показывалось, как Google, потом NASA показывались. Сейчас вот вообще не А ты пальцем показывается. тыкал у них? А ты пластик пожевал? Да, пластик пожевал. Что не сказал? Покрутил? Что налипает? Что и где еще проявляется? Может, это твои какие-то воспоминания лезут, что залезли тебе в голову, а в детстве какой-то лист пластика запомнился. Ты прям мозгами залез, пытаясь понять, и он как режет. Личное ли это, либо это надличное?
какой-то, я его жую, он в какую-то резину превращается. Вот. Резина это знакомо уже. Это что-то, чтобы без насилия незаметно связывало и убирало эффективность твоей работы. Смотри, только твои, либо еще есть группа людей с такой резиной. Откуси резину и всю эту резину подсвети, наполни энергией, чтобы она везде. Измени свойства. Одного маленького кусочка этой резины изменится вся резина, и тогда вся структура вскроется. Временные, пространственные, качественные характеристики. Что-нибудь поменяй. Цвет, чтобы все проявилось. Буквально чуть-чуть, тогда это все станет работать чуть иначе, тогда все это вскроется, всплывет. Что-то я совсем не вижу. Хорошо, посмотри на меня вокруг. Что так, что не так, что нового появилось. Над головой, под жопой, за спиной. Новая энергия появилась. Угу. Какая? Фиолетово-серебряная. Откуда? Где такие энергии еще есть? Что она со мной делает, по моей воле, не по моей, рассказывай все. Потрогай свойства какие. Она как магическая пыльца. Угу. Свойства. Уносит в дальние дали, как пыльца мака. Или
Я не знаю, что это. Что я вообще ничего не понимаю. Ну, это регулярно бывает. Почему ты ничего не понимаешь? Что с тобой? Как мозги залиты. Даже напряжение идет. Информация от видения. Угу. Что тебе мешает нырнуть в то состояние плотности, где ты видишь, ощущаешь себя? Взять и пространство сконцентрировать, энергию прокачаться. Как будто какое-то пространство поместили, вот я смотрю. Вот смотри, уровень плотности, где очень высокий уровень сознания, когда-то у тебя был такой, в этой жизни, в той. Делаешь эталонные ощущения и на автомате просто ты смотришь, ты раз в такое же состояние, только здесь сейчас. Смотри, сразу откидывается, всплывается все, что мешает. Плотность подкона. Вот сейчас смотри, что мешает. На голову, по спине. Что? Как своего тела не чувствую. Ну, почему? Поместили куда-то, что ли? Когда, кто, смотри. Высунь руку из этого пространства здесь, сейчас. Материально. Есть пределы этого пространства? Что мне так на голову давит? Или изнутри давит? Или это пространство во мне давит? Лишний вопрос. Мне тоже, да. Смотри, что. Как грузики, что ли? Угу. Это пустота, но это не пустота. Или в какой-то компьютер поместили сознание. Ты опять гадаешь. Ты опять на том же... Да, потому что... Есть другой уровень, твой истинный пот, на который обращайте внимание. Тебе нужно снова вглубь нырнуть и посмотреть, что тебе запрещает в нем быть самим собой. Выходит на этот внешний, пластиковый, искусственный, я его называю мусорный уровень сознания. Кто тебя закрепил на нем? Поставил искусственный так. Мозг пластиковый. Точку. Твое сознание, точка, и есть там. И прилепил. Вот ты скользи вот по этому искусственному пластику. А внутрь в себя не опускайся. Кто такое сделал?
У меня как бы такое ощущение, как будто вся голова такая. Ну вот потому и такое ощущение, что тебя на этот уровень завели, как будто глубже нет уровня, плотнее нет уровня. Других времен как будто не было. Ты можешь. Сам учись. Можешь почувствовать нас. Мы рядом. Себя в прошлом. И в Рое, и раньше. И смотри, в каком состоянии ты сейчас. Это же просто, Дима. Территориальный со стороны посмотреть. По времени со стороны, сверху, снизу. Из других плотностей, из других состояний сознания. Ты же не всегда буратинкой был. Для этого нужна энергия. Накачиваешься энергией источников, полно вспоминаешь. Можешь пообщаться с зоопарком. И говори, что ты делаешь. Ты просто двигаю точку свою. Хорошо. Чтобы посмотреть. Она как залита в каком-то пластике. Да. Вперед, назад. Да. Почувствовать ее. Да, расшатывай, давай. Как в мусоре катали. Угу. Это все подналипло. На энергоинформационный мусор, в который запихивают все. Там как бы видимость мышления, видимость структур, видимость жизни и все прочее. Ну, то есть отдельное пространство, в которое помещают почти всех жителей Земли. Вот это вот энергоинформационный ком какашек. Чтобы в реальный мир не вышли. С реальными энергиями не СМИ делают, смотри. Ты на него залип. Тебя не ожидал, но надо учиться выбираться. Выберись сам и покажи выход всем, кто с тобой в резонансе, таким как ты. Какое-то облучение, да, идет. Да. И помещение сознания на этом резонансе, на этом уровне. Слой такой, эгрегориальный. В худшем варианте это дом 2 и пусть говорят. И все, ни о чем, ни выше, ни ниже, только об этом. Информационный повод — это только телевизор, потому что там идет довольно плотная энергия, супчик такой, кашица. Вкусненьких соплей, подкрашенных, подслащенных. И с другими энергиями не хочется и не может сообщаться. Не могут сопротивляться. Вот, учись сопротивляться сама, сам. Ломай этот поток, кушай его, жри, чтобы иммунитет был. И выходи. Ледокол поставь. Вот я вижу, как луч идет. Каша. Много там сознаний, как мухи, залипли в этом сиропе. СМИ. Эгрегориальным. Как нужно изменить алгоритмы действия твоего сознания, уровень плотности? Работа с информацией. Тебе рассказывай. Проговаривай.
Как просто взять и работать? Ну, работай, как ты работаешь? С плотностями что делаешь? Откуда источник этой каши? Горшочек варим, этих соплей. Даже не знаю, где я наткнулся. Просто вот наткнулся и все. Ну, потому что натыкают. С супругой поля же общие вроде. Иногда. Так она умеет медитировать стала, то что? О, вытаскиваешь. А что она смотрит? Смотрела. Какие программы? Сейчас в игрушки играет. Программу-то сильно сейчас не смотрит. Раньше смотрела? Да, раньше смотрела. Какие? Какой-то русский сериал. Во. Ток-шоу смотрела? Да, смотрел. Вот, отсекаю. Может, сейчас уже все. Времени-то нет. Да, весело. Это сколько людей в таком западной клетке сидят. Да, в искусственном созданном. Они не общаются с реальностью, со Вселенной и прочее. Они изолированы. Вот в этом вот диапазоне, в этом сиропе увязли. Вот выйди сначала сам. Да, просто выше подняться. Угу. Иммунитет к этому снести, то все. Откусить этот эгрегор. Такой, как немножко карамелька сладкая, но даже разбавленная. Угу. Лимонный сиропчик. Угу. Чтобы не общались с реальными. Вообще теми. Угу. Не казались жесткими, не вкусными, не сладкими. Смотри, откуда берется этот сиропчик. Блендер, который перемешивается, что? Трупаки, боль, говно. Эмоции неизменные. Просто чуть-чуть сбалтывают. И пипл хавает. Вечерний Ургант. Для тех, кто чуть-чуть думает. Для тех, кто меньше думает, пусть говорят.
Для тех, кто вообще на эмоциях, дом 2. Всплываем. Прокачиваемся. Даже не думал, что это такое может быть со мной. Да, мы же не такие. Ты-то особенный. Мной же нельзя манипулировать. Вот. И это тоже, смотри, откуда это идет. Программа. Всплывай.